2 апреля – особая дата в международном календаре. Этот день посвящен распространению информации о проблеме аутизма – психического расстройства, которое характеризуется дефицитом социального контакта и общения, ограниченными интересами и однотипными повторяющимися действиями. Такое заболевание проявляется в течение первых 3 лет жизни. Детям-аутистам трудно различать лица и понять, о чем говорят окружающие. Они замыкаются, а резкие звуки вызывают страх и истерику. Они словно живут в своем мире, где вместо друзей – мягкие игрушки, а вместо детских шалостей – слезы и капризы. И пока ни один ученый в мире не может разъяснить природу подобного отклонения психики, причины аутизма исследуются, а такой день в календаре подчеркивает необходимость помогать людям, страдающим неизлечимым заболеванием, призывает быть не безразличным к чужим проблемам. Сегодня в нашем вечернем эфире смотрите фильм «Адам» 2009 года выпуска. В нем история человека, страдающего одной из форм аутизма. Адам, так зовут главного героя, общению с людьми предпочитает исследование любимого им космоса. И все же Адам страстно желает найти родную душу, которая всегда могла бы понять или выслушать. О том, как поменяется ситуация, когда у Адама появится новая соседка, смотрите сегодня в 22:00.